200 тысяч людей, переживших Холокост, живут сегодня в Израиле. У меня погибла вся семья. Бабушка, дедушка, близкие и родные. Большинство из них пытаются противостоять нищете и пренебрежению со стороны правительства. Я не могу передать, как мне тяжело. У меня просто нет слов. Проводимый обзор политической арены за несколько дней до выборов не обнаружил партии, которая обязуется позаботиться о самом ранимом населении Израиля. На сегодняшний день существуют люди, в основном те, кто пережил Холокост, которые при получении денежного пособия стоят перед выбором – обеспечить себе питание или купить лекарства. По данным, предоставленным независимой службой новостей, только новая партия пенсионеров ДОР имеет всестороннюю программу комплексного лечения и возврата похищенного имущества для людей, переживших Холокост. Они переживают очень большие трудности. И на самом деле, кто еще им поможет, как не те, кто уже сталкивался и знаком с этими проблемами? Мы ориентируемся на интересы именно такой части населения, от имени которого мы говорим. Наша партия намерена потребовать от правительства Израиля однозначного решения проблемы для людей, переживших Холокост. Выяснилось, что только новая партия пенсионеров ДОР в состоянии предоставить отчет о ее деятельности во благо людей, переживших Холокост. Рафи Эйтан в предыдущей конденции организовал клуб пенсионеров, и одна из самых главных его задач – это помощь пережившим Холокост. И до сегодняшнего дня они получают от него поддержку. И теперь не только население, пережившее Холокост, решило отдать свой голос за партию ДОР, но также многие другие, которым это положение не дает покоя.